Вступайте в группу ВКонтакте «Игра престолов». Новые серии каждую неделю на стене группы. Куча интересностей по сериалу и книгам, забавные мемы и многое другое. Ссылка на группу в описании под видео, а также на экране. Всем привет, с вами Чарли, и это обзор пятой серии шестого сезона «Игры престолов» под названием «Дверь». Если вы еще не смотрели эпизод, то будьте осторожны. Дальше спойлеры. Поехали! Серия, как всегда, открывается со стены. Питер Бейлиш прибывает в Кротовый город для встречи с Сансой Старк. У него для нее весомый подарок – огромная армия долины. Но Санса отвергает его помощь. Она не может и не хочет простить Бейлиша за брак с Рамси. Но ему, как всегда, удается выкрутиться, рассказав, что двоюродный дедушка Сансы, знаменитая черная рыба, жив, и более того, он освободил Риверан от Фреев и Ланнистеров. Санса решает заручиться поддержкой деда и использовать армию Талли в предстоящей битве бастардов. Да вот только стоит ли верить словам Мизинца? Да, мы знаем из трейлера, что Бриенна и Подрик окажутся в итоге в Риверане. Из эпизода следует, что их туда отправила Санса. Но вот только, судя по пирующим Фреям и Ланнистерам, не похоже на то, что черная рыба вернул владение Талли законным хозяевам. А что вы думаете? Сказал ли Мизинец правду или все-таки соврал? Тогда Бриенну и Подрика точно не ждет радушный прием в Риверане. В черно-белом доме Якин рассказывает Арье о безликих, и мы узнаем, что вольный город Бравос основали именно они. Человек дает девочке новое задание – убить актрису местного театра. Не похоже, что Арья примерит на себя новую личность – актрису по имени Мерси, как в книгах, так как Якин говорит ей, что она еще не готова одеть на себя новое лицо. Нам показывают саму постановку театра, которая повествует о смерти короля Роберта Бартона и его десницы Неда Старка. Очень грустно было смотреть на то, как Арья во второй раз из толпы зевак наблюдает за тем, как ее отца обезглавливают. Особенно учитывая тот факт, что Неда представили в этой постановке в абсолютно неприглядном виде, и что все зрители над этим смеялись. После постановки Арья находит средство для убийства, а именно добавление яда в ром, который пьет только актриса, сыгравшая Серсею. Если Арья по какой-то причине не выполнит задание и не убьет эту актрису, то скорее всего Якин разрешит бродяжке ее убить. Во-первых, он говорит Арье, что третьего шанса ей дано не будет. Во-вторых, бродяжка явно жаждет смерти Арьи. И только Якин каждый раз ее останавливает. Не зря нам показывают из эпизода в эпизод, как недовольна бродяжка тем, что леди Старк хочет стать одной из безликих. Надеюсь, что Арья не убьет эту актрису. Тогда она вынуждена будет сбежать из черно-белого дома и наконец вернется в Эстерос. Хотелось бы максимального воссоединения Старков в этом сезоне. У Брана очередное видение, из которого мы узнаем, что иных создали дети леса. Когда Бран обвиняет Листочек в содеянном, она говорит, что дети леса просто защищали себя от первых людей. Тут сериалы и книги расходятся. По всей видимости, в сериале исключили тот факт, что иные появились после заключения мира и окончания войны между первыми людьми и детьми леса. Напомню, что эта война шла довольно долго. Дети леса уступали людям в росте и физической силе. Они не знали лошадей, и их деревянное и каменное оружие не могло противостоять бронзе, которое было у людей. Так что детей леса погибло гораздо больше. Таким образом, создатели сериала объяснили, почему дети леса создали белых ходоков. Магические существа просто надеялись хоть как-то противостоять людям, превосходящим их в силе и оружии. Но создания обернулись против своих творцов. В итоге дети леса и первые люди объединились в борьбе против белых ходоков. Они прогнали их на далекий север и помогли Брандону-строителю построить стену, чтобы держать этих ходоков как можно дальше за стеной. Но не стоит тут же полагать, что в книгах такого сюжетного твиста не будет. Лично мне кажется вполне возможным, что дети леса действительно создали белых ходоков. Да, они заключили мир с людьми, но потом они наблюдали за тем, как человечество стремительно развивается, в то время как у них развитие буквально застыло на месте.
мне кажется возможным создание ходоков из чувства мести, зависти, а также в надежде все-таки прогнать людей из земель, когда-то принадлежавших им. Тем временем на Железных островах проходит Вече королей. Яра заявляет свои права на морской трон. Теон, как и обещал, поддерживает ее. У Яры много сторонников, ведь она железнорожденная, которая доказала, что умеет управлять кораблями и людьми не хуже мужчины. Но нашлись те, которые посчитали, что женщина, даже Грейджой, не сможет ими править. В этот момент появляется Эурон, который заявляет свои права на трон, да и к тому же признается в убийстве Бейлона Грейджоя. Что же делают железнорожденные после такого заявления об убийстве их лорда? Они тут же идут за Эуроном и выбирают его своим королем. Пока тот проходит обряд утопления, Яра и Теон, а также все верные ей железнорожденные на лучших кораблях сбегают из Пайка. Как вы думаете, куда они направятся? Раньше я бы сказала, что Теон отправит людей и корабли на помощь Джону и Сансе, но теперь, когда он вернулся домой и желает только помочь сестре в ее интересах на морской трон, думаю, что они отправятся в Эссос к Дейнерис Таргариен. Эурон зря обронил в своем выступлении на Вече о намерениях объединить силы с Дейнерис, чтобы вместе завоевать Вестерос. План у него, конечно, был хорош. Дейнерис как раз нужен огромный флот, чтобы наконец высадиться в Вестеросе, особенно после того, как в первой серии сожгли флот Мейрина. Но теперь Яра и Теон забрали лучшие корабли, так что посмотрим еще, кто первый доберется к матери драконов. Тем более, судя по кадру из трейлера, где Яра хорошо проводит время с какой-то девушкой, похоже, что она все-таки доберется до более открытого в плане нравов Эсса. Говоря о Дейнерис, далее в эпизоде следует трогательный диалог между ней и Джорахом. После того, как она узнает о Серой Хворе, она приказывает Джораху найти лекарство и исцелиться. Также теперь мы знаем, что в следующих сериях Джорах отправится на поиски лекарства. Как вы думаете, удастся ли ему это? Игра престолов славится своей манерой убивать персонажа каждую серию, но после этого диалога мне кажется, что Джорах все-таки найдет лекарство и вернется к своей королеве. В книгах упоминалось лечение от серой хвори, ампутирование зараженной конечности, например, но болезнь зашла уже слишком далеко, чтобы Джорах мог воспользоваться таким методом. Тем не менее, мы знаем, что мейстеры в свое время смогли вылечить Ширен Баратеон, а значит, действенное лекарство все же есть. Правда, Ширен была дочерью лорда Штормового Предела. Станис вызвал лучших мейстеров, чтобы спасти дочь, и я не думаю, что у Джораха есть такие же средства и возможности. К тому же Ширен вылечили, когда болезнь только началась. В случае с Джорахом это вряд ли получится, он уже давно страдает от серой хвори. В Мейрине, как я уже говорила раньше в своих видео, Тирион решает прибегнуть к помощи красных жрецов. Служители Владыки Света получают все большую популярность среди жителей, и Тирион хочет, чтобы жрецы напоминали гражданам, что уже совершила их королева Дейнерис во благо города. Для этих целей Тириону и Варису представляют красную жрицу по имени Кинвара, у которой титулов, надо сказать, не меньше, чем у самой матери драконов. Верховная жрица Красного храма Валантиса, пламя истины, свет мудрости, первая среди слуг Владыки Света. Кстати, последний титул меня весьма заинтересовал. Первая среди слуг Владыки Света. Ей должно быть уже очень-очень много лет, но выглядит она весьма молодо. Но тут мой взгляд остановился на ее ожерелье с красным рубином. На Мелисандре было точно такое же ожерелье, так что Кинваре уже не обмануть внимательного зрителя. Мы знаем секрет таких вот рубинов. Также вспомните фотографии со съемочной площадки, где рядом с Варисом была никто иная, как Шая. Разумеется, это не возвращение из мертвых, и это не флешбэк, так как у Тириона не было никаких воспоминаний, связанных с ней в Мейрине. Но теперь, когда мы знаем, что у Кинвары есть рубин, меняющий ее внешний облик, может ли быть, что именно эта красная жрица приняла облик Шая, чтобы донести до Тириона какую-нибудь важную весть? В Черном замке Джон, Санса и Давос обсуждают предстоящую битву бастардов, а именно поиски союзников.
Тут, кстати, мы получаем замечательные кадры с видом на карту севера и значки северных домов. Как мы уже знаем, три самых крупных северных дома после Старков и Болтонов, а именно Амберы, Карстарки и Мандерли, уже присягнули на верность Болтонам. Так что кажется, что шансы на победу у Джона и Сансы невелики. Но Джон разумно предполагает, что если они переманят на свою сторону все остальные более мелкие дома, Гловеров, Мормонтов, Хормондов и так далее, то все вместе они представят из себя армию уже помногочисленнее и смогут дать отпор Рамси и его армии. Так что в следующих сериях мы увидим, как Джон, Санса, Даллас и Мелисандра будут путешествовать от одного северного дома к другому, убеждая лордов принять сторону Старков. Лично я очень хочу увидеть Лианну Мормонт, дочь Мейдж Мормонт, леди Медвежьего острова. В книгах был забавный момент, когда Станис потребовал Мормонтов преклонить колени перед ним, а в ответ он получил письмо от младшей дочери главы дома. Медвежий остров не признает иного короля, кроме короля Севера, и имя ему Старк. Такой дерзкий ответ от 10-летней девчонки. Все-таки не зря ее назвали в честь своей вольной и упрямой Лианны Старк. Кстати, очень жаль, что у Тормунда больше не будет шанса завоевать сердце Бриенны, так как их пути теперь расходятся. Грустно, я была обеими руками за то, чтобы у этой парочки что-то получилось. И, наконец, самый шокирующий момент серии. Как я уже говорила в ролике о работе гримеров на съемочной площадке 6 сезона, белые ходоки непременно напали бы на пещеру Бриндена Риверса. В серии мы получаем ответ на то, как это произошло. Похоже, что король ночи тоже кто-то вроде древовица. В общем, он может вторгаться в видение, и именно это он сделал с Браном. Стоило ему коснуться руки Брана, как тут же спала защита с пещеры Бриндена Риверса. И теперь иные и упыри могут беспрепятственно туда войти. Это еще не самое худшее. Как я и предполагала ранее, Бриндон Риверс не пережил атаку, так как бежать он не может, слишком мешают корни деревьев, с которыми он сросся. Теория о том, что Бран настолько могущественен, что может не только видеть прошлое, но и вторгаться в него, меняя уже произошедшие события, получила подтверждение в этой серии. До этого был лишь намек в сцене с Башней Радости, когда Бран окликнул отца, и тот его услышал. Теперь же мы узнаем, что именно Бран виновен в том, что Уиллис стал Ходором в прошлом, и более того, повинен в мучительной смерти Ходора в настоящем. Бран вселился в Ходора, будучи находясь не в настоящем, а в прошлом. Таким образом, он управлял не только взрослым Ходором, но и молодым Уиллисом. По крайней мере, именно так я интерпретировала эту сцену для себя. Мира снова и снова кричит Ходору, чтобы тот держал дверь, что, кстати, является отсылкой к названию серии. В оригинале эта фраза звучит как «Hold the door». Вот так Уиллис потерял рассудок и повторял всегда одно и то же слово – «Ходор». «Hold the door, hold the door, Ходор». Очень и очень грустный момент. Ходор умирает, причем весьма жестоко. Как же это ужасно. Наш любимый Ходор всю жизнь повторял одну и ту же фразу, которую слышал перед своей мучительной смертью в будущем. Я даже не знаю, как это все комментировать. Вместе с Ходором атаку не переживет и лютоволк Брана по имени Лето. Да ладно вам, хватит убивать лютоволков Старков. Надеюсь, что хоть призрака не тронут. А Немерия пусть вообще больше не появляется в сериале. В книгах она жива и возглавляет огромную стаю волков, но у меня такое ощущение, что если ее вернут в сериал, то только для того, чтобы убить, как, например, лохматого песика Рикона. Мира и Бран сбегают, но вот вопрос, как далеко они смогут сбежать? Из трейлера мы знаем, что какой-то одинокий всадник спасет Миру и Брана от упыря. Скорее всего, эта сцена последует сразу же после бегства из пещеры. Кто же этот таинственный незнакомец? Холодные руки – персонаж, связанный с Браном и его компанией в книгах. Но у всадника в руках факел, так что вряд ли это холодные руки, ведь он упырь и боится огня. Так что я делаю ставку на возвращение Бенджина Старка. Он жив, он не упырь и он спасет своего племянника. Да, я хочу в это верить. А как вы думаете, кто спасет Брана и Миру? Напишите свое предположение в комментариях.
Вот такие вот дела, друзья. Что вы думаете о серии? Какой ваш любимый момент? Напишите в комментариях. Также, если у вас есть какие-то вопросы по эпизоду, персонажам, новым сериям, напишите их в комментариях, я постараюсь ответить каждому. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайк, если вам понравилось видео. Подписывайтесь на канал, новые видео выходят каждый понедельник и четверг. Вступайте в группу ВКонтакте. Пока-пока!